Я буду замешивать два разных теста, потому что одни сырники у нас будут привычные, сладкие, а другие будут, ну, для моей семьи они тоже привычные, с зеленью и солоноватые. Как бы, ну, с ними можно первое кушать, можно кофе, как угодно. Практически все одинаково. Единственное, вот здесь у нас будет ванильный сахар, разрыхлитель. Здесь у нас разрыхлитель. Соль присутствует везде. Как мы знаем, сладкое любит соленое. Так. Здесь можно чуть-чуть побольше. Сладкий мы добавляем сахар. Всегда все делаю на глаз и сахарниц насыпаю, как бы ложками отмерить мне сложно. Так, вторая. Давайте будет три. Думаю, будет нормально. Мука. Муки, знаю, ну, муки немного. Как бы, ну вот, 1,5-2 ложки. Та же система и здесь. Сырники в любые, в сладкие, в соленые, я всегда добавляю сыр. Всегда. То есть, ну, делим завалено пополам. Реально, сырники делаются намного вкуснее. Если так не пробовали, то попробуйте. Ну, просто на крупной терке. В соленой можно чуть больше. Обязательный ингредиент в сырниках соленых, не сладких, это зелень. Ну, у меня, как правило, укроп, можно и петрушку. Можно и то, и другое. Сначала я всегда смешиваю все ингредиенты, ну, творог и все остальное, без яиц. Разбиваем по 2 яйца. Чернуш, куда ты убежала-то? Для несладких сырников я делаю соус, который состоит из мелко нарезанных маринованных огурцов, укропа, ложки сметаны и ложки майонеза.